Прострел. Обратная передача. Удар, гол! Вот так вот. Блестяще сыграно. Сатаров Алмаз забивает мяч. Счет матча открыт. Мы видим, вот разыграли угловой. Подача штрафную. И Алмаз был тут более расторопный. Переправил мяч мимо Морозова Павла. Никто ему не смог помешать. И один. Далее, далее, далее. Отличный пас. И прекрасный розыгрыш. Сатаров делает дубль. Блестящий гол. Сейчас посмотрим на повторе. Блестяще было сыграно. Подача на дальнюю. Скидка на пустые тут Алмазу. Только подставить ногу нужно было, чтобы переправить мяч в сетку. Он с этим прекрасно справился. Угловой. Разыгрывают. Удар поворотом. Гол. Сатаров. Невысокий Сатаров. В синей шапке. Этой синей шапкой заталкивает мяч в створ ворот Вианора. Пятый мяч уже в сетке ворот. Посмотрим, как это было. Вроде держит его 11 номер повыше гораздо. Вот Сатаров выбирает позицию. Удар головой. Замирает голкипер в той позиции, которая осталась. Мячик с рикошетом от земли влетает в ворота.